И снова здравствуйте. Вот анималистика, продолжение из своей собственной коллекции. Продам. Вот номер телефона, писать на WhatsApp. Звонить бесполезно, надо писать на WhatsApp, если хотите. Щенок спаниель, ЛФЗ, старое клеймо. Вот, пожалуйста. Вторая клейма. Хорошая статуэтка. Нечастая. Цена 2000. Барсук. Старая клейма. ФВЗ. Высший сорт. Окрас темный. Они два вида окраса было. Один посветлее чуть-чуть, другой потемнее. Но вот это самый хороший. Цена 2000. Вторая клейма. Утка. Кряква. Селезень. Почему селезень? Вот зеленая голова. Селезень. В некоторых описаниях пишут, что байкальская. Но мне какая разница, утка кряква, она что в Байкале, что у нас в плавнях донских. Все равно кряква. Вот такая большая, хорошая статуэтка. Клейма, правда, нет. Но цена все равно 1500. Вот такая вот панда. Клеймо, все. Хорошая статуэтка, целенькая, без сколов и трещин. Цена 1500. Вот эта панда получше. Реже, она и раньше выпустила. Я помню, как увидел ее в магазине. Загорелся. Купил ЛФЗ, Веселов, Жбанов. Цена 2000. Хорошая фигурка вот эта. Такая добротная. Ну и наконец вот это. Пингвин. Пингвин нередко, пингвин в продажах часто попадается, но все равно 1000 рублей. Хорошая фигурка, большая фигурка. Вот повторяю, что звонить не надо, вот писать, вот поэтому на WhatsApp. Всего хорошего, до скорой встречи.